Hey, what's up, салам алейкум. Сегодня немножко расскажу про цены в магазине в Хьюстоне. Например, вот такая коробка Family Size Crispy Oats стоит 2,65. Вот мясо для стейка, да? 5,79 за паунд. Ну, конечно, не халяльная. Вот водичка, да? 10 унций. 23 штуки. Стоит где-то 3,59. Вот шоколады, да? Sugar. Sugar стоит сколько? $1.59. Protein shake, $11.99. Can I try one? Yes, sir. All right. Is it on the house? Yes, sir. Thank you. You're welcome. Delicious. Сыр чеддер, да? Вот, $9.99. Вот, шоколадный батончик, 42 штуки, да? 1479, 1479. Вот, wholesale называется, аптелвы. Такие крупные покупки лучше делать через wholesale, да? Чтобы выгоднее было. И вот заходишь сюда, единственное общее с Россией, и то, что с Америкой, то, что люди разные, много разных людей на одном языке разговаривают, но с разными акцентами. Вот это прикольно, очень прикольно. И в России то же самое, и в Америке то же самое. Единственное, в России они на русском разговаривают с акцентом, а здесь на английском все с акцентом. Oh my god, Levi's, and what's the price? В итоге на все про все. Где-то сколько наименований? Где-то 9-10 наименований. Ушло 121.93.